Всем привет! Приобрел карабин. Называется... Сейчас уберем. Тика Т3Х Лайт. Взял в пластике. Ну, ничего не буду рассказывать про этот карабин. Про него в интернете уже много сказано. Магазин на 3 патрона в планку Вивера уже поставил на него. Будем пристреливать карабин с ночником. Давайте смотреть. Буду первый выстрел производить с этого карабина. Да, кстати, в 308 калибре, забыл сказать, винчестер. Ну все. 570 миллиметров длина ствола. Сейчас попробуем примериться. Мишень я поставил на 100 метров. Что, ставим прицел? Дождик моросит небольшой. Я думаю, нам это не помешает. Все. Прицел. Поставили. Смотрим. Так. Ага. Купил патроны. Ну, это наши НПЗ, Новосибирский патронный завод. Это я, Гром Лайн, это сербские. Это полуоболочка. Это тоже сербские, да, экспансивные патроны. Ну, а здесь у меня полная коробка. Здесь чешские, Silver Bill. Чешские пули. Буду пристреливать карабин этими пулями. Вот. Ну, а потом попробую, как ведут себя сербские полуоболочка и испанцы. Но в основном буду пристреливать вот этими пулями карабин. Так, ну что, немножко неудобно. Так, это надо тоже убрать вниз. Ага. 3 патрона заряжу чешские. И потом зарядили. Смотрим. Дистанция 100 метров. Первый выстрел с этого карабина. Ну, вроде бы все сделал. Сейчас включу запись. Так,
запись пошла. Ну. Пробуем. Стол не может, конечно, хлипкий. Чуть-чуть, ну. Что поделать? Будем пробовать. Будем стрелять. А, уши забыл одеть. Так, выстрел. Нормально. Ага. Так, зарядили. Запись пошла. Внимание, выстрел. Куда попал? О! Неплохо. Четко прям попал в девятку. Все это оставляю, вот только смещу чуть-чуть сюда вправо, чуть-чуть, и будет идеально. Чуть вправо. Сместил. Да не в ту сторону. Рома! Мимо! Опять промах. Сделаем поправочку. Так. Попробуем. Ладно, стреляем. Внимание, выстрел. Пойдем смотреть. Пойдем посмотрим. Четко.
Так, стреляю по тарелочке. Пойду повешу другую мишень. Сейчас приделаем другую мишень. Сейчас зарядил наш патрон новосибирского завода. Попробуем, как он ляжет. Посмотрим. О, посмотрим, как он ляжет. Так, стреляем чешским патроном. Сейчас хороший выстрел получился. Сейчас постреляю патронами сербскими. Чешскими пострелял, теперь сербским постреляю. Вот такая пачка. Это сербский 209 грамм. Сейчас попробуем ими, как они лягут в мишень. Посмотрим. Ну, я много брать не буду, возьму только 3 патрона. То есть снег идет, дождь идет, сыро, машину беру. Патроны взял. Это патроны экспансивные, пули экспансивные. Мужики здесь были, стреляли, немножко мешали мне, поэтому чуть-чуть часть не снимал. Давайте посмотрим, как будут стрелять, ложиться сербские патроны. Запись пошла. Целимся в крайнюю правую верхнюю мишень. А, я же... Раз. Туда же буду стрелять. Два. Три. Ну, пойдем посмотрим. Сейчас камеру возьму. И посмотрим. Легли они все кучно.
все кучно легли. Вот они. Он целился в центр, тоже выше взяли, получается. Ну вот видите, как они ложатся. Пристрелял чешские, а сербские уже идут выше. Но зато бьют кучно. Сербские мне понравились. Чешские как-то разнобой бьют. Попробую еще сербскими пол оболочки стрельнуть 3 раза. Потому что сербия как-то, чехи как-то и разбрасывает пулю. Они что-то укладываются в 5 сантиметров друг от друга, если не больше. Так, теперь возьму пол оболочку, тоже сербские. Сейчас попробую ими стрельнуть 3 раза. Посмотрим, что из этого получится. Не зарядил. Пробую. Три выстрела. Ствол тепленький. Уже аккумулятор на камере садится, поэтому надо заканчивать уже стрельбу. Пойду посмотрю, и на сегодня все. Ну вот, так я пристрелял сегодня карабин свой 308 калибре Честер. Я сейчас на ход пойду. На охоту на вайшнапа. Через 3 часа начнется тяга. Вкусненько я подстрелю. Все. Всем пока и до новых встреч.